вперед, воскликнул Дон Кихот, и книжки двинулись в поход. Да, это вот мы хотим потом в Кота-кафе зайти. Но оно работает с 12. И так как понедельник, мы поняли, что открыто только церковь, никакой музей сегодня не работает. Поэтому у нас чисто женская программа. Церковь и магазины. Ждем сейчас вот светофоры, уйдем вот в этот храм. Он 1700 какого-то года. Это все, что я прочитала, но он чуть ли не один из самых старых церквей. Так, проспект Мира, да, в Красноярске, в церкви. Церковь самая старая в церкви, но это лемма. Я потом поподробнее напишу. Пошли. У меня вот два провожатых. А потом мы двинем вот туда вот, на конфетную фабрику. Прошли мы отсюда. Ну что, заходим? Сейчас я положу в карман очки. Ну вы готовы? Путешествуем. Главное, чтобы на нас не ругались. Можно было бы снимать. Пошли. Сейчас так и закрыто. Все, храм должен быть открыт. О. Мы здесь не были в прошлый раз. Нам некогда было. Я как...